Если у тебя есть родинки на одном из этих мест, значит, ты особенный. Родинка на виске говорит о том, что ваша жизнь связана с поездками, путешествиями и частыми перемещениями. Родинка между бровями может означать, что у вас будет большая карьера и что вы можете стать большим начальником. Родинка на стопе может означать, что вы ответственный и авантюрист. Также вас ценит начальство на работе, потому что вы хорошо справляетесь со своими обязанностями. Странные запреты в Южной Корее. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Если тебе нужно подозвать человека жестом, то подзывай его вниз ладонью. Потому что если вверх ладонью, так подзывают только животных. Глубокий вырез декольте считается слишком откровенным, поэтому его запрещено носить. Если вы будете баловаться с палочками для еды, повара это могут принять за личное оскорбление. Отверстие в туалете самолета буквально может вас засосать, если вы нажмете кнопку смыва, не вставая. Звучит, конечно, как страшилка, но такие случаи были, и уже не раз. Вакуум настолько мощный, что человек не только застревает, и это может навредить его внутренним органам.